Польша, который является председателем породного клуба бультерьеров Польши. То есть очень значимо на самом деле для меня. Там терьеров, ну, терьеров типа буль, да. Терьеров типа буль. То есть это так значимо, что председатель породного клуба терьеров типа буль как бы уже под эгидой этой проводит наше мероприятие. Призов видите. Настроение тоже разрывает и прет. Очень всех прошу не убегать из ринга, потому что у нас работает фотограф, который потом все фото будут выложены в общий доступ, ими можно пользоваться, как это обычно у нас происходит. А потом другого власти повыковыривали? Помним мы о том, что у нас есть номинации «Лучшее движение», у нас есть «Лучший темперамент» и у нас есть «Лучший тандем» пара «Хендлер» с собакой. У нас для бультерьера стандартный миниатюрник, который год питомник Финчесам утверждает приз за лучшую голову. Лера, и в этом году у нас Володя Максименко учредил кубок в ринге американских стаффордширских терьеров лучшему юниору, кубок Буды. Браво, Вова, браво! Это кубок, который будет каждый год как бы номинироваться, и как бы я думаю, что мы его ведем в историю. Я к вам разговаривала тут, говорю это к тому, что если какие-то есть желания у вас увековечить там какую-то дорогую памятную, ну, неважно на самом деле, мы только за. Ребята, я желаю вам всем удачи, я желаю вам всем драйва, я желаю вам всем побед, с Богом, спасибо большое. Я еще пару слов конечно, сердечно всех вас поздравляю с вашим новым клубом, это отлично. Знаю, что всегда разные препятствия бывают, но это очень хорошо. Хотя, это, по-моему, второй клуб в Европе, который обнимает все четыре породы. Да. Потому что еще до прошлого года мы в Польше считали, что у нас единственный, потому что везде там американского стаффордширского клуб, там бультерьера клуб. У нас был такой единственный, ваш второй, это хорошо. Так что хороших впечатлений, побед желаю. Всем побед! А можно одно место первое на всех? Ребята, еще огромное количество призов. Если вдруг вы видите, что ваш приз я просто, ну, вот он где-то не выплыл, пожалуйста, дерните меня. Оно все есть, оно все стоит. Просто мы можем в спешке и в запаре просто забыть. Но будем стараться этого не делать. Я вам всем желаю удачи. С Богом, поехали! Браво! И я хочу, можно маленькую. Писание пишем, да? Мы пишем. Я пишу. Все, ясно. Породный. Хорошие пропорции. Солнышко, закрой его. Красивая голова. Красивые натуральные уши. Очень приятно. 18. Очень приятно. На армии 23, моя, да.
хорошей линии. И давайте, пожалуйста, туда и обратно. Скажите, и круговую. Хорошее движение. Красивая спина. Красиво носит хвост. Хорошо так, как и стоит, как хорошо, отлично, когда бегает. Очень. Спасибо. Пожалуйста. 3 месяца. Он уже запись делает, он потом был. Очень красивая голова. Могу найти темные очи. Как это будет? Глаза. Очень добрые. По-украински. Да, украинская мова. Скажи мне, перевести же кудылей, да? Уши хорошо расположены. И красиво носит. Отличная линия вверха и низу. Вера, комментируй, что ты сидишь, молчишь. Я не знаю эту породу. Хороший выбор. Я уже свой выбор сделала. Хороший костюм. Ну, пожалуйста, давайте туда и обратно. А, еще же нет собаки. Он же ведет прямой эфир, да? Нет, он в записи. Сейчас начнется собака. Да не, надо. Это наткнение надо. Тема полете маленький себе, все маленькие, все хорошие, все очень сильно трогательные. Конечно, трогательные. Такое хорошее все. Ну, если мы посещаем очень красивое движение. Да. Ставки делаем? Да. Какие? Номер карты. Итак, лучшее движение, лучшая пара. Так что этот, который первое место, сразу лучше.
Да, именно так. Ну, какой ты тут? Да? Расставили. Да? Да. Но я бы... Да свои знаки. Это лучший бэби, что? Лучший бэби Каби. И вообще лучший бэби, я вроде бы. Или сухий ветер. Так, теперь делается трудный выбор лучшего бэбика Кабиля. 4 крошечки. И давайте еще раз. Наталь, дашь телефон, кабинет щенки? Номер 5! Идете? Это ринку. Кабели щенки. Кабели щенки. Два щенка. Довольно высокий. Хорошие люди.
Ну да, конечно. Профессиональная операторская работа Алексея Лосько. Днепропетровский геологический ДГУ-клуб Днепр, да, который вот красиво увеличивает, уменьшает, отъезжает. Ну, я думаю, что ты уже получишь скоро номинацию Спилберг. Да, ну не знаю, я стараюсь. Не, ну мы стараемся, мы это обязательно потом выложим. С 12 лет я это делаю, поэтому есть стаж съемки. Все. Вот. Спасибо большое за номинацию Спилберг. Мне номинацию дадут? Да. Спилберг. А зачем поснимать? Тут можно вырезать. Ну ладно. Я сейчас объявлю, кто у меня закроет. Меня уже ничего не закроешь. Прекрасная погода. Оксаночка, не забывай про номинацию. Номинация, я объявляю, что никогда не выходят. Да. Хороший приз. Хотя бы тебя выдали. Темные глаза. Отличное настроение. Ладно, надеюсь, я сходу. Отличная глубокая грудь. Как кобелей сейчас все покажешь. Крепкий костяк. Отличные линии внизу и вверху. Отличный облик впереди и сзади. Отличный носик кост. Давайте, пожалуйста, туда. Там Хабильский? Просто красавица. Окса.
Кубок с первого места всегда мяч. Просто это же еще сравнение. Нет, у вас и так круто. Вы хороший бабушка, я. Она не попадала. Я тоже. Забрать это, да? Глубокая грудь. Немножко. Вот я стою, немножко. Корпус хорошая линия. Правильно у нас хвост. Нет, хороший минимум. Пожалуйста, победите. Привет. Знаете, что не совсем. Не совсем. Не чтоб не говорить. Но это не триколор. Это не триколор. Потому что если было бы кожное, это не триколор. У меня просто у нас Польша называют это этот образ Мишка Мики. Мишка, я его зовут Мики. Мишка. Хорошее движение. Сегодня немножко обрезано. Очень перспективно, и номинации лучшая пара, все три, лучшая пара, спасибо. Спасибо, две девочки, девочки. Это которая Беатриса. А зачем? Перспектива это Беатриса. Ай, пожалуйста. Перспектива. По кругу. Сравнение на лучшего щенка.
Сравнение на лучшего щенка. Сравнение на баба. Да, на баба. Лучшего щенка будет шикарно. Снимайте, Алексей. Какая красота для Беста. Да-да-да, щеночечка. Очень красиво. Уважаемые участники, если кто-то найдет тонкую белую линейку, пожалуйста, принесите звук оператора. Тяжелый выбор для эксперта. Хлопаем. Номинация у нас лучше зрение, лучший темперамент и лучший тендент. В каком возрасте? Пожалуйста. Макс. Хорошо приучены к ним. Отличное сотрудничество. Оценка отлично. Отлично, да. Номинируем. Думаю. Все три? Все три? Да. Благодарю. Женя, тандем и темперамент. Да. Пожалуйста. В каком This is my sister. Наталья, мне похоже, что там выключилась. Температура. На его жарко. Большая голова. Подожди теперь, да.
Хороший прикус. Требует охлаждения. А вот у Алексея работает там. Немножко короткая шея. Глубокая грудь. Не, он уже будет все время бить. Он все время будет останавливать. Уже раз перегрелся. Отличный костяк. Может, не встречаться. Там наши нужные телефоны. Хорошие идеи. Ну, бросим, я заберу. За кого забрали? Да? За кого? Хороший длинный хвост, правильно ношенный хвост. Давай. Давайте, пожалуйста, туда и обратно. Хорошо, да. Какую ли пиши? Лучшая. Спасибо большое. Спасибо. В каком возрасте? Да? Да, конечно. Знаешь, никак не заживет. Там ничего не было? Нет, я уже выдавила то, что сбиралась. Там было, я сорвала, и было такое, как кровь. Хорошая голова. Было. Но сейчас уже нет. Ну, пропорции нужно черепом, а мордой немножко так не соответствует. Да, не соответствует. Я его сорвала. Прямо Прикус, хороший прикус. Темные глаза. Ты ж хотела. Аюша. Слабая пигментация. А то знаешь, мультик был? Губы, да? Отличная шея. Дядя с этим, со слонами. Он такой, нет, не губы. Да? Не губы, это... Обвод, да-да-да. Чтобы перемещать. Я как этот. Слишком длинный контур. Грудь глубокая, но мягкие локти. Хороший угол. Хороший угол. Давайте, пожалуйста, туда и обратно. Скажите, номинирован куда-то или нет? Номер 5. Нет, все. Их приговорили. Давай. Ему сколько? 8 месяцев. 10 месяцев. Хороший день. Хороший день. Отлично. Не будем менять. Спасибо. Сколько им? Молодец! Умерла.
Ну что, повторите, сколько? Год. 12 месяцев. Хорошего роста породный. Немножко, слишком большая голова относительно тела. Хороший прикус, темные очи, хорошие длины морда, немножко короткая шея. А вот уже лучше шея. Уже лучше. Про шею пока ничего не хорошо писала. Поэтому я так и посмотрел. Вот как важно, чтобы хорошо держать собаку. Да. Красивый ли, хороший ли верх и низ. Хвост хорошо лежит, но немножко высоко посаженный, понимаете? Немножко высоко. Посмотрим, как он в движении будет. Хороший костяк. Красивые углы. Пожалуйста, куда я брать? Там. Ну вот, то, что я говорил. Да, 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 да. Да. А пока задал, у него такое положение. И в круговую. И пониже, так сказать. Вот. Наталья, вот у тетки, что ты знаешь, справа сидит вот эти? Движение хорошее, но движение не очень хорошо носит хвост. Хорошо приученный. Отличная оценка. Лучшая пара. Спасибо. В каком возрасте? Вот это мало голова. Одиннадцать месяцев. Очень хорошо. Очень красивый целиком. Шикарная голова. Темные очи. Хороший прикус. Хороший окрас. Отличная пигментация. Хорошие длины, очень красивая шея. Вот вы теперь исправили то, что мне не нравилось. Глубокая грудь. Хороший вид вверх и вниз. Отлично посаженный хвост. И давайте туда и обратно. Отличное движение. Такое свободное, легкое. Не знаю, как по-русски сказать свободное. Да. Профессиональный гендлинг. Отличное сотрудничество. Прекрасно получено.
Оценка отличная. И все применяются. И все у нас, да? Роман. Да, все. О, картошка. Да-да-да, думаю, что это хорошо будет. А, думаю, так. Она растерется сзади. Да. Может, немножечко. Да, будет получше. Потом и голова. Маленькие клеточки нарисовала, только бабики, щенки и кобели юниоры, и закончилось. Всем дает аниматор? Нет, не трем собакам. Считает всем. Это нормально. Это кабель, да, да. Это тоже? Нет, да, да. Я там туда и поставил, я не знаю, что сюда принесли. Уважаемые участники, пожалуйста, лица породы кавалера Клинча Спаньер, соберитесь у Клинга, пожалуйста, за свой интерес. А потом уже ходили до конца, и они до конца. Да.
оттуда вот. Я буду написать. А ты будешь носить подолок. Пожалуйста. В каком возрасте? Ровно 9. Да, конечно. Красивая голова, хороший прикус, красивый окрас. Голова была, да? Да. Голова, красивая голова. Очень сучья такая. Ну, когда закончили, да. Тебе это можно водички запахнуть? Хорошо расположены уши, красивая. Отлично длинный чай. Глубокая грудь. Стоять. Ну, такие отец, как это называется? Локти свободные. Свободные, да. Отличные линии верхней. Немножко длинноватый корпус. Хорошие люди. Хороший костяк. Яся. Отличный длинный хвост. Хорошо, стоять. И, пожалуйста, туда и обратно. Яся, Ясмин, Юрёк, пошли. Давай. Ну, куда мне? Хорошее движение, хороший тренинг. Отлично приучено. Короче, отличный геометрий. Ну и думаю, отличное сотрудничество. Раз только оценка отличная. И номинации, там я как, пара, конечно, лучшая тандем, да. И движение темперамент. Хорошо, лучшая пара. Спасибо. Пожалуйста. Давай. Нет, я не делаю. Парше. Одиннадцать месяцев породные. И сразу скажу вам, что
Мне у нее очень нравится и что не очень. Очень нравится голова. Шикарная голова. Сучья такая. А не нравится длина корпуса. Ну, лучше красивая голова, чем длина корпуса. Но все-таки эта сука когда-то может быть будет рождать штурком, где-то они там должны быть, да. Помещаться. Да. Что мы там написали? Очень красивая голова, с очень да. Да, хороший прикус. Обязательно. Хороший окрас. Тигровый. Такой тигровый, как я люблю. Отличная шея. Отличная, красивая шея. Глубокая грудь. Отличный костяк. Корпус виноватый писали, да? Еще нет. О, тут, да. Я про это сказал, но еще напишу. Немного длинноватый корпус. Это корпус может быть корпус. Хороший длинный хвост. Отличную линию верха и низу. Отличный костяк. Давайте, чтобы я обратно. Хорошие мышцы. Да, я тупанул, надо было эти баннера, которые под роялом. Надо было сюда. Он тут очень федеральный был. А теперь я смотрю задник. Отличное сотрудничество. Он был бы просто шумный. Отличный гендлинг. При том, что он есть, и он... Отличная и номинации. Ну все три, ну что же сделаем, да? Да. Давайте. Еще одна. Они вообще никого не спонсируют. В каком возрасте? Надька родился с таким. Они меня просто стоят. Неплохо. Я когда им звоню, она же говорит, не спонсируют. Алло. Сколько? 11 месяцев. Немножко длинноватая морда. Прикус так на границе. Не знаю, как это по-русски сказать. Не совсем ножицы, но... Прямоват или... А можно отписать, что пограничный? Да, пограничный. Ну да, пограничный. Ну, думаю, что это нужно добавить пограничный, что не значит плохой. У нее то, да, это важно. Хорошая шея. Хороший костяк. Хороших пропорций. Отличный длинный корпус. Хорошо. Средний угол. И, пожалуйста, туда я брать. Хорошие движения. Но в движении спина, что это здесь? Куполит. Да, немножко, да, немножко за высоко носит. Движение. Движение, так немножечко. Движение высоко задом. О, да, да. Да, да. Отлично проводится на кринге. Отличный гендлинг. Да, я. Ну, хотя бы когда-нибудь.
Ну хорошо, раз это предоставление неплохо, отлично. Надеюсь, у каждого поезда навигация
хорошие углы. Красивая глубокая грудь. Он же вас знает. Он бедный. Отличный костяк. И побегите туда и обратно. Задним движение забыть, как это сказать, нормальные, ну, задние конечности. Да, 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 вот это именно, да. Лучше золотом берегать, не берегать. Хорошие сотрудничества. Оценка отличная, номинации этот тандем. Там что у нас еще? Движение, темперамент. Спасибо. Нация, там где мы сидим? Ну, мы же на двух коленках сидим, и я думаю, что мы сидим. Все, пока, и говорите, что сидите. Нет. Все. Предописано. Все. Почти отдал. Это я понимаю. Красивый кабель. Такой сильный кабель. Отличная голова. Хороший прикус. Очень красивые, натуральные. Как это получится сказать, что не разом не кушать? Не купированные. Не купированные. Это... Не я знаю, что купированные, не купированные. Но не идет, что... Но у нас, в прошлом году, натуральные. Натуральные тоже натуральные. Надо так. Нет. Хорошая длина шея. Отличная глубокая грудь. И вот это предварительное, вот тоже предварительное, тоже отличный, да. Отличные линии вверха и низу. Хороший длинный хвост, хорошо посаженный. Шикарный костяк, отличные пропорции. Давай еще кидай обратно. Поменьше немножко цветов, ну, вот не будем писать. И хорошее движение напишем. Хорошее, отличное сотрудничество с хендлером. Отличный хендлинг. Оценка отличная, номинации тандем и темперамент. Можно вот это смотреть. Давайте.
Это экспертиза. Вот это экспертиза. Нарц, игрушки из пакета. Вот это. О, хорошо, молодец. Алло. Иди сфотографируй, где она? Да вон фотографируют толпу людей. Так не, владелец же, чтоб стало. Как можно без владельца? А кто вот? И без заводчика. Так иди, что ты. Да ну я же держу собачку. Так дай собаку кому-то. Да ну же все. Все просто. Некому собаку дать. Ну да. Протупила. Секундочка. Леся, быстро. Давай, 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 Лесечка, давайте быстрее. Это очень интересная фановая конкурса, которая будет сегодня проводиться. Для этого, пожалуйста, запишите самый лучший душ сынок. Принесите его, скачайте, скажите, какой нужен саундтрек. Также я уже напоминаю, что завтра у нас еще есть конкурс интерчемпионов, на который осталось всего два свободных места, поскольку там система турнирной таблицы и осталось всего возможность для двух участников. И хотелось бы подчеркнуть, что генеральным спонсором сегодняшней выставки является наша главная партнерка компания «Лайон Канин». Мы очень благодарны за поддержку, предоставленные призы и постоянное регулярное спонсорство. Давай, 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 Бенюля. Давай, пошу. Оп. Очень хороший, очень красивый. Отличные пропорции. Очень красивая кобелья, да, такая голова. Такой кобельчий. Кобелиного типа. У нее уже скоро, не переживай. Прикуси язык, да, чтобы я видела. Три раза. Лагерь. Я скажу, мне недавно, мама, хочу с тобой поговорить. Не с девочкой. Я читала. Мы читали. Это серьезный разговор у меня. Думаю, надо не спешить. Какая разница? Хороший прикус, отличная пигментация. Отличная шея. Отличный костяк. Очень красивая линия верха. Да нет, еще все, еще можно. Физически
Немножко высокопосаженный хвост. И поэтому он тоже как тот предыдущий тоже как носит немножко. Все несутся. Отличной высоты, отличной длины. И побегите, пожалуйста, когда я прошу. Давайте, пожалуйста, еще раз. И в круговой, да? Отличное движение. Широкий шаг. Хороший экспериментный. Отличный вентиль. Знаете, очередь за малышами. Красивая голова. Хороший прикус. Хорошая длинная шея. Живот берет. Средний костяк. Хороший не верхай не довольно глубокая грудь. И давайте туда и обратно. Давайте их объединим, и тогда получим человек 15%. Давайте такая опять. От кого? С Машкой, с вот этой сфоткой. А символ нашего тела. Давай. Кого 25? Движения хорошие. Хорошие температуры. 25 не может быть. 10 стандартов и 13 хороший мини. Миников 13 и 10 стандартов. 10 стандартов. Да, потому что двое снялись. Сука промежуток снялась. И Кобель, чемпион, снялся. А давайте объединим. Движение. Ну хорошо, так. Спасибо. Движение это и Кобель один из Кобелей чемпиона. И в открытом классе там два кабеля, а там из них только один, по-моему. Хорошо, вы мне присылали видео. Прислали видео. Вяжет в двух кошку. Я думала, что-то приятное прислали. Скажи мне видео. Красивая кабельга, чья голова, хороший прикус. Отличная шея. А, нет, хороший длинный корпус. Хороший лидер, конечно. Отличный костяк. Хорошо посаженный хвост. Давайте туда и обратно. Спасибо большое.
потом она Оценка отличная. Тандем. Движение. Вытаскиваешь, а там мохнатая сиська. Ну, мы все похоронили. Да. Пожалуйста. Забирай кубки, пошли. Мы куда не приходим, нам из таких игрушек все кубки дали. Как мы в клуб не зайдем, ну, потому что я ничего сказать, есть не хочу. Шестилетний. Красивый. Отличные пропорции тела. Очень красивая голова. Очень красивый окрас. Хороший прикус. Хорошая шея. Глубокая грудь. Шикарный костяк. Отличные линии. Отличные углы. И, пожалуйста, побегите туда. Я просто на телефоне взяла картинку, обрезала. Взяла, да, написала сама надписи. И все, я взяла. И круговую. Напекла. Движение хорошее, но немножко такое, как бы, старое. Вообще мягкий. Хорошее движение. Немножко мало шинкерами. Может, немножко сегодня мало шинкерами. Потому что они тоже уже устают, собаки. Профессиональный гэнгли. Оценка отличная. И без намерения. Спешу спросить, куда идти. В самом начале такой стоит. Вяжите, спросите, кому нужно. Красная районная. Вагончик. Оценка отличная, номинации
Движение, думаю. Движение, да. Спасибо. Сколько? 11, 17 месяцев, 17 лет. Да. Ну, полтора года, да, полтора года. Полтора года породная, красивая. Хороших пропорций. Красивая сучья борода. Хороший прикус. Красивая шея. Хороший окрас, хорошие кондиции тоже. Так, так очень приятно даже к ней прикоснуться. Хорошие углы. Отличные линии. Я не знаю. Ты моя, я твоя. Давайте туда направим. Как
хорошие движения. И оценка отличная. Номинация? Нет. В каком возрасте? Вот так. Красивая голова, виноватый корпус, глубокая грудь, но мягкие лобки. Хороший костяк. Хорошие линии вверха и внизу. Хорошие углы. И сильные пальцы. Давайте туда и обратно. И в круговую. Очень хороший темперамент. Прекрасное движение. Такая радостная. Живая. Отличный гандлинг. Оценка отличная. Номинации тандем. Движение. И третье, что у нас? Дела. Одна. Потом чемпионы две и победитель один. У него победителях два. Два? У меня один. Написано. А в чемпионах два? Один. Класс открытый один, чемпионы две. Вот это ее обед. Победители две. У меня кубков не хватает. Давай.
Когда я буду говорить вот этот, как ты будешь. Да. Хорошо носит хвост, посажен хорошо. Отличные линии. Шикарный костяк. И давай все туда и обратно. Я вот не буду. Крепление сломать. Там это помощь, не стяжка. Я Наташа. Не видно. Немножко воду собираю. Истерики. Аккуратно. Давай еще круга буду. У нас тоже бывают судьи, которые даже очень хорошо подают. Очень хорошо выглядят. Элегантные и широкие. Отличные сотрудничества. Отличный вендинг. И оценка отличная, номинация все круг. Спасибо. А, пожалуйста. Теперь будем. Ну конечно, теперь да, ну, которые живут в старой деду. Мы с тобой вещали.
мы ждали ночью, понимаешь, с палочками, с помидорами, с такими делами. Ребята, как такое Да, породная, красивая, хороших пропорций тела, красивая голова. Красивая голова, ну немножко мужского типа такого. Да, немножечко так, стабильно. Хозяюшка, когда пошла? Хороший прикус. Давай назад. Прикус или прикус? Прикус. Стоять. Прикус. Хорошо, стоять. Нет, стоять. Хорошая шея. Нет, стоять. Отличные линии верхолинии. Стоять. Хорошие углы. Стоять. Да. Стоять вот. И давайте туда и обратно. Красиво бегает, красивое движение, так энергичное, отличный темперамент, такая жизнерадостная. Улыбающаяся очень. Профессиональный гендер. И отличная деноминация. Движение, конечно, тандема. Нужно и тетрадь, и темперами тоже. Не, кобелёв лучше быть. Ну,
Как ты на Гавайях чувствуешь? Мне очень приятно. Да, все, я прям еще бабушка. Ты прям заходишь, выиграл, не выиграл, прям мы не добились. Не там дело, как мы все. Были на разных. Под разными. Все настроили уши. Вот только как Габельчика сегодня. По-моему, хотя говорят, что нет собак, у которой нет недостатков. Одного, по-моему, не было недостатков. Вот там вот и каждый будет свои недостатки, у них тоже. Но она немножко так задумная, немножко может так чуть-чуть. Но так что говорят, что у Астапова осталось мало темперамента терьера. Вот у нее именно такой, именно темперамент Амстаф. Американский. Это вы про кого? А, это вы про Страйдер. Может попить. Катя, тебе не надо подавать питера. Ha ha ha.